стройотряд прибыл к месту работы. Всем привет. Сегодня у нас день безветренный. Да. А значит, как вы думаете, для чего я так оделась? Потому что мы будем красить забор. Сначала шкурить, а потом красить. Эх, красота-то какая! Все персиковые деревья зацвели. Еще нектарин тоже зацвел. Ну разве это не прекрасно? Пчелки уже опыляют все. Вообще красота. Вот, зацвела еще слива у нас. Медовые ароматы. Красота. Красота, лепота. Я сейчас, наверное, выгляжу как человек, который приехал на шабашку какую-то. Смешно мне даже самой. Ну, что поделать? Не хочу как бы в краске-то обляпаться. Входные двери надо покрасить. Почему-то их сразу больше, они... Ну, потому что мы постоянно их трогаем. Не знаю почему. Ну, я бы их вот покрасила. Я вот эту пластинку хочу снять. Ну, хорошо, чтобы снимешь, ее не покрасили. Чтобы, да. Вот надо только будет, наверное, сначала сейчас это все места эти отскоблить, потому что это... А что отскоблить? А что, наждачная бумага? Нет, надо наждачная бумага... Видишь, эти пупырышки-то, они же все вскроют. Да, это надо все наждачной бумагой покрасить, и все. Покрасить наждачной бумагой? Поскоблить. Поскоблить. А ту часть уже будем красить в следующем году, потому что оно еще год постоит. Мы только вот красили в том году. А может не снимать мне эту штуку? Вы аккуратненько так выкрасите? Да, конечно, не надо доставать. Пусть так будет, да, аккуратненько. Можно же взять картонку и так вот провести, да, Ксюш? Да, можно. Я тоже так думаю. Потому что надо все равно. Если мы их красили 2 года назад, уже надо красить. Ого, нормально. Может, маску надо на лицо? Ну да, маску можно. Да, конечно. Там дома. И перчатки еще возьму. Это что, вот так вот я буду? Нехило. Масочка, перчаточки. Дверь пошкурила с одной стороны, она стала такая пятнистая, как леопард. Сейчас буду вот это делать. Ну, видите, да, как она уже времени все начало сыпаться. А здесь так вообще. Ну ничего, мы превратим эту дверь в настоящую красотку. Обнаружила майского жука. О, еще не май, да?
а уже жуки. Потому что здесь календарно раньше все наступает. Я думала, кто это летает такие цветом? Это, кажется, уже майские жуки. Вот это медный купорос. Я его добавлю в побелку. Но сыпать буду не сейчас, а воду принесем, воду насыпем, размешаем, а потом здесь сюда нальем. Вот, потому что он здесь плохо растворится. А в воде лучше его растворять. Вот добавил медный купорос. Сейчас его растворю и буду разбавлять побелку. Не знаю, что-то как-то даже сомневаюсь. Так оно, Сережка, потом не смылось. Вот что не хочется. Ты тоже так же? Ну, я потому что, чтобы на лицо не набрызгать. Оно же будет везде лететь. Надо еще на глаза маску одевать. Занимаюсь сегодня побелкой деревьев. Это очень важная процедура. Сейчас уже тепло. Вот сегодня 27 уже градусов. Все проснулись, всякие букашки. Вот, и поэтому надо. Кто-то уже в поселке, я обратила внимание, уже побелил деревья. Кто-то еще нет, как мы. Но я вот сегодня взялась за эту работу. Сегодня у нас нет такого ветра сильного, и поэтому надо уже это делать. Делаем это несколько раз в году. По возможности два раза делаем. Делаю, постараюсь повыше. Вообще делаю, ну, докуда достает рука, вот так можно сказать. Почки уже на вишне такие большие сегодня. Вот все-таки уже сколько дней стоит тепло уже, ну, больше 20 градусов. Это как бы для нашего района пока еще не было больше. Потихоньку все идет тепло, тепло, и все оживает, просыпается. Проверка сейчас будет, да? Это оценка состояния. Видишь, ржавчина. Здесь надо поскоблить. Вот начинается. Эти, вот это место. Вот здесь маленько надо поскоблить ржавчину. Вот здесь нормально. Ну вот это место надо поскоблить. Ах, как хочется вот, придраться! Вот даже палец цепляет. Должно гладенько быть. Вот, ржавчина видно. Плохо. Вот эти места. Вот тут вот этот шов пройти. Так, ну вот эти вот места вообще не скобленные. Посмотри, даже ни разу не это. Как это ни разу? Ну, один раз проехал. Почему скобленные? Нет, это так, знаешь. Вон, видишь, тоже забор. Но тут, наверное, не будем пока, да? Хотя бы ворота. Не, тут мне не нравится вообще. Видишь, она ржавчина даже. Ее надо выскабливать прямо до металла. До металла. Угу. Прямо аккуратно до металла. Не надо торопиться. Прямо аккуратненько. Раз, 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 и все. Можно стульчик взять и сидеть, скоблить. Я тоже такие большие. Ужас! Ужас! Что творится? Почему они скрыли они? Кошмар. А что они тут делают? Сейчас за содой пойдем. У них, походу, под плиткой нора какая-то. Ну да, все оживает. И посмотри, сколько муравьев появилось.
Вчера ты в огороде в одном месте видела, сегодня в другом. Уже соды пошла. Чик! И они убегут? Ну, они убегают не сразу, но я всегда посыпаю. Ну, просто больше... Ты же не будешь постоянно разводить какую-то там специальную... Вот... В общем, я решила, что я буду таким пока средством пользоваться. Оно помогает. Кошмар, ты покажи, сколько их. Это же вообще... Что они творят? Это ужас. Они еще и крупные такие. Так они огромные, они с крыльями. Такое ощущение, что они размножаются. Может быть, еще плитку приподнять? Я боюсь. А, они уже на моей крышке. Ужас, они, наверное, и кусачие такие, большие-то. Я боюсь, сейчас там такое царство будет. Я сначала думала, что ты там так кричишь. Ёлки-палки, что там? Мама, сейчас будет вообще шок-контент. Я ведь вчера здесь была, ведь не этого не было. Посмотри! Надо какой-то, там дыра! Какой-то, наверное, химик. Там у них дыра. Ты посмотри, дыры какие они тут находили. Серёж, иди-ка глянь, посмотри, сколько муравьев. Я даже такого еще не видела количества, сколько много их. Я не знаю, это шок просто. Ты смотри, что творят. Все, хватит? Или ну, еще? Посыпь еще вон тут. Это ужас, что творится. Точно норы. Ты посмотри, какие у них норы там. Угу. Вчера ведь этого не было. Это вот у них там, короче, они размножаются. Видимо, у них там матка какая-нибудь. Поэтому их здесь столько много. Да. Пошла, это значит, щавель поесть. Хотела щавель поесть. Поела. Ну, вообще кошмар. Я не видела их, не было до этого. Но у нас именно есть... здесь я каждый день практически щавель хожу, ем. Нет, вчера не было, вчера же грядку я здесь готовила. Вот. Если не поможет, то придется открывать ампулу и побрызгать. Что, хватит? Ну, хватит, да. Это шок просто. Ужас какой. А давай еще горчицей посыпем? Давай. Еще говорят, манка помогает. Будем пробовать. Я принесла горчицу сухую и манку. Попробуем, посмотрим. Может, наедаться, да уйду куда-нибудь. Смотри, сколько их. Куда они взялись ведь, а? Точно здесь у них гнездо. Сейчас мы еще горчицей их покормим. Горчицу я еще ни разу не пробовала. Ну, просто уже взяла все. Надо же каким-то средством их вывести. Посмотрим, что будет дальше. Вот начинается тепло, и все вредители просыпаются. Ну, так пойдет. Что такое? Соль, вент. Это обезжиривать будешь. Короче, будешь макать и просто вот так промазывать. Ой, так ты не брызгай так. Где будешь красить. Угу. Только желательно получше. Не вот так вот, как здесь, а вот видишь, прямо сильно. Ага. Оно будет быстро испаряться. Что, прям испаряется? Прямо вот. Видишь, что даже лилось. Ага. Это ты тоже будешь красить? Да. Ну, в общем, вот так будешь мазать. Я поняла, ну. Видишь, ну-ка быстро, краски уже нету. То есть вот я здесь помазала и сразу краска или это потом? Потом весь пройдешь. А, поняла. Ну да, он точно быстро высыхает. Угу. Ну все, понятно. В общем, это он и обезжиривает, и пыль убирает, чтобы лучше краска прилегала. Особенно вот эти вот стыки. Угу. Так все хорошо пройдешь. Маску надену, воняет. Можно я выйду? Да. Хотя меня вряд ли эта маска от запаха спасет. Ну, да.
О, красота. Я работаю. Еще не закончила. Побелку сегодня. В общем, как даже сказать? Я их, наверное, сегодня красивыми делаю. Но это не для красоты. Ну, какой цвет. Такой же. Партия же одна. Да понятно. Просто он такой насыщенный прям. Сколько надо, так? Ну да. Не упадет? Нет. Наливаем краску для покраски. А что, можно разбавлять придет? Лучше обычно таки красить. Я разбавлял, накрасил. Столбика начинай, наверное. Густая. Слишком просто. Ну, нормально, она хоть не побежит у тебя, не потечет. Мне кажется, слишком густая, ты чё? Нормально. Ну, когда я посмотрю, как кладется. Да плохо кладется. Очень плохо. Нормально. Наоборот, хорошо, вон как. О. Так и красится. Проверкой. Опять с проверкой? Так. Не, я не все докрасила. Вот. Да, я знаю, здесь я заметила вот. Сама. Здесь я именно заметила. Да, вот. Стало холодно, поэтому я уже попросила у мамы куртку. Солнце село, ветер. Докрашиваю виды чёрта, которые заметил папа. Скажем так, начинается заключительная часть моей покраски. Это дверь. Входная дверь. Какая красивая она была. Вот сразу разница, да? Ну, в том плане, что она ошкуренная уже. И разница покрашенного и такого. Все, я закончила все свои приключения сегодняшней с краской. Честно, я думала, что это будет гораздо быстрее, но никак не целый день. Работа закончена. Да, сейчас покажу полностью. Вот. Дверь тоже.
Покрашено. Все покрасила я, в общем. Такая работа. Подсохнет, завтра покажу, что получилось по итогу. А вам большое спасибо, что досмотрели это видео. Пишите комментарии, будет приятно почитать. Увидимся в следующих видео. Всем пока!